Я ем. Поздравляем. Кого поздравляем? Ваню. Кто пришел, Вань? Мама. Это дверь открыл входную? Сейчас откроем. Ваня, сейчас снег уже не собираем, Вань. Все. Это что-то очень долго. Да, это самый первый лифт электронный. Электрический. У него нет автоматической двери. О, привет! Бабушка! Бабушка! Ты такой большой! У меня юбилей! Кто ты такой большой юбилей? Как тебе наш старый лифт? Замечательно, очень интересно. Оружием, которое будет в следующем пакете. Да. Тут еще две будет. Погоди. И поставь стол сюда. Ну, как хочешь, поставь. Теперь вот прижми вот так. Да. Молодец. Понятно. Ой, а что это вы делаете? Картошка. Картошку. Ух ты. Дима, тут просто картошка. Выглядит уже скоро, вкусно. Мне кажется. Вы что, все в сборе? Нет. Нет, так. Как у вас? У меня сложность с осуждением. Ну, конечно. Ты знаешь, что такое Ульянов Ленин? А кто такой, ты самая, как он? Как это называется? Каркас или как там? Ой. А потом это специальные капли на голову. У доктора надо. Хотя есть такая мазь, но больная. Красный. Мне закапали эти капли, как я почти что не почувствовал. Ну, я почувствовала, что там протекла. Ваня, почему тебе понравилось на каждый день? Спасибо тебе большое. Защищайся, миски. Мы тебе для этого дарим всякие секретные штуки. Ваня ушел в угол, смотри. Знаешь, как животное, когда кусок мяса. Ну, главное, использовать это в хороших целях. Как можно в хороших целях использовать послушать? Не знаю. Например, Варь, подслушать какую-нибудь классную мелодию и спеть ее потом. Вот это будет хорошая цель. Стесняешься? Я не могу на камеру. А что
What should I wear today? Че ты вдруг по-английски разговариваешь? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Ваня. С вами был Ваня. Всем бай-бай.